всем здравствуйте. Сегодня мы с вами находимся в подмосковном городе Долгопрудный. Долгопрудный город чудный, а главное, здесь есть чудесная волшебная фабрика «Чистая линия», куда привозят, как говорится, всех детишек, с удовольствием ездят с ними родители на экскурсию. Вот сегодня мы только что приехали, честно говоря, очень рано, издалека, из города Клин, да, город, где есть музей Чайковского. Вот, так что мы сейчас посидим с детишками вот эту вот замечательную фабрику. Ну, давайте посмотрим. А главное, потом посмотрим, какие довольные лица будут у наших детей. Вон там вот уже одни ушли с шариками, с мороженым. Ой. Вот, видите, сейчас я прекращу свою съемку, сейчас мы все по списку зайдем, а потом я продолжу свой репортаж.